В Калмыкии на участке дороги Астрахань-Махачкала устранили грунтовый разрыв 17 километров. Строительство на объекте ведется в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Трасса долгое время считалась одной из проблемных. Реконструкция началась в 2014 году. В своем аккаунте глава Калмыкии Бату Хасиков написал, что работы завершатся до конца года. Уже отремонтировано около 12 километров направления Улан-Хол-Лагань и 5 километров в сторону Астрахани. На примыкании с региональной трассы возведен путепровод протяженностью 60 метров. Строительство нового участка позволило качественно улучшить дорожное полотно, обеспечить его комплексное обустройство. Перед нами стоит серьезная задача. Создание в Калмыкии мощной транспортно-логистической системы, подчеркнул Бату Хасиков.